Власти Башкирии придумали, как не допустить участия подростков в несанкционированных митингах. Прокуратура республики внесла в Курултай соответствующую законодательную инициативу. Надзорный орган предлагает изменить закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Суть нашей инициативы – закрепить в перечне задач комиссии по делам несовершеннолетних, закрепить конкретно профилактику экстремистских проявлений, распространение идеологии терроризма, предотвращение вовлечения несовершеннолетних в участие в несогласованных публичных мероприятиях. Мы предлагаем дополнить соответствующую статью закона таким положением, чтобы конкретизировать и, скажем так, обозначить именно вот это направление работы, ну, в том числе, конечно, и для последующего спроса, ну и, наверное, для придания особой значимости этому вопросу. Представители прокуратуры отмечают, что в последнее время участились случаи вовлечения несовершеннолетних в террористические организации. Кроме того, они напомнили об участии детей в январских несанкционированных митингах, прошедших в Уфе. Вообще всего, по итогам, в частности, этих январских мероприятий, в органы полиции было доставлено 39 детей, которые там, скажем так, оказались, да, которые непосредственно и очень активно участвовали в этих мероприятиях. В отношении большого, более того, числа из них были составлены административные протоколы и, соответственно, были привлечены к административной ответственности еще и родители этих детей, до того, что это явно указывает на факты ненадлежащего воспитания со стороны родителей уже. Депутаты Курултая поддержали законодательную инициативу. Планируется, что в первом чтении документ рассмотрят в конце марта на ближайшем заседании Госсобрания.